нашего правительства выражает... Экобокс, че себе? Это нет, это вам. Мы решили вас поздравить, мы очень рады, что так можем во всем активно участвовать. Спасибо вам большое. Пожалуйста. За поддержку. Да, вот. То, что мы смогли участвовать в этих соревнованиях. Да, они уже участвовали от имени области. Поэтому мы и Сереги победили. Сколько много. И победили во всероссийской экспедиции. А чем отличается? Это у нас диплом, а это грамота. Конечно. Это диплом, 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 это у меня... Это как руководство дает страны. Понятно. А грамота, это занявшие первое место, это вы, да? Да. Молодцы. Да, мы не первое ждали, место когда заняли, были выступали на от имени мы выступали это самое, от имени Московской области. Все, я и понял, выражаю отлично. Благодарность Московской области. Молодцы, и вам лично. Слушайте, за поддержку парни, ребят. Красавцы. А вы хоть знаете, какие у нас проблемы-то в основном в Московской области? Проблемы с экологией. Да, с экологией, ну какие? Первое. Очень Настя много выбросов, очень, ну, грязная вода. Да, вот, молодцы, есть. Прям сразу угадал. Значит, проблема номер один по рейтингу вопросов – это сточные воды, грязная вода. Проблема номер два по рейтингу. Воздух грязный. Ну, воздух идет на, скажем так, пятом месте. Короед поел очень. Точно, номер два. Правильно, короед поел. Вот мы сейчас как раз ликвидируем первую вторую экологическую проблему с вами. Вот мы сейчас ее ликвидируем. Третья какая? Отходы. Правильно, молодец, отходы. Вот рейтинг угадали три. С отходами что будем делать? Утилизировать. У нас сортировать, очень сортировать, утилизировать. Гранды президента и обезвреживать. Вторичному использованию. Отлично. Как раз сортировать, и дальше утилизировать и обезвреживать. Обезвреживать как? Либо термически, либо химически. Задача ничего не захоранивать. Если мы это с вами сделаем лет через 10, будем героями. Ура! Вот они как раз и стараются. Поэтому молодцы. Даже научные работы писать. Молодцы. Мы вас ждем в Министерстве экологии. Вот как только будете готовы, приходите всей командой. Мы вас возьмем. У нас работы очень много. Работает около 200 человек. Мы умеем делать экологические тропы. Тем более. А, кстати говоря, вопрос... Кластер делать экологический. Вот как раз вопрос номер один. Это экологические тропы, это экотуризм. Если есть желание по большому счету нам помочь в этом деле, указывайте, вместе с вами организуем, будете хорошими экскурсоводами по экологическим пробам, ОПТ, особо охраняем пробной территории. Окей? И мы еще хотели очень большое спасибо сказать нашему экобоксу, тоже без которого нам сложно эко-бокс. Было бы выезжать. Да, у тебя скоро кличка будет экобокс. Александр, где грамота Александра? Экобокс. Спасибо. Лёня, у тебя я две грамоты тоже получил. Грамота. Да. Вот, да. Это диплом. Мы в двух всероссийских мероприятиях принимали участие. Спасибо большое. И еще очень большое спасибо от родителей. У нас была третья экспедиция с детишками ОВЗ, экологическая. И вот детишки аутичные, родители очень выражают вам благодарность. Детишек сняли с многих психотропных после экологического лагеря. Слушайте, ну давайте тогда почаще делать, это хорошее дело. Вот, ну вообще это очень высокая оценка, когда... ребята, которые себя хорошо проявили. Они вот волонтерами между всероссийскими. Оценивают нашу работу. Молодцы. Ну, что, спасибо еще раз. Приступим, чтобы время не терять. Вот, осталось немного, да?